криминальные новости. 35-летний житель Котласа получил наказание за кражу денег и золота. Деньги и золотые украшения из дома новой знакомой мужчина похитил вместе со своей тетей. Известно, что с потерпевшей они познакомились накануне, вместе попили чаю, а затем обокрали ее. Похитили 22 тысячи рублей, золотой крестик и цепочку. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей. Приговором Котласского городского суда ранее судимый 35-летний житель города Котласа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть кража группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. Ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием заработка в доход государства в размере 10%. В отношении тети подсудимого уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.